Довольно-таки интересный, на мой взгляд, материал попал мне недавно в руки. Будем отменять решение суда аж 2017 года. Интересен этот материал тем, что решение вынесено заочным решением суда. То есть у нас, как я полагаю, сейчас есть шансы его отменить. И, в общем-то, добиться нового положительного решения по данному делу. Я считаю, что если обозреть весь этот материал, осветить его, скажем так, на моем канале, включая все судебные заседания, подготовку к ним, а также те документы, которые я буду готовить, будет очень интересно зрителям и полезно зрителям. Мне часто задают вопросы, вот прошло какое-то время, необходимо, можно ли отменить решение. И довольно-таки часто, когда я прошу прислать мне решение суда, ну вообще в целом ознакомиться, что там происходило, и в общем-то, что по этому решению было вынесено, и каким образом это все выносилось, мне присылают именно копию заочного решения суда. Так вот, будем пытаться отменять заочное решение 2017 года. Расскажу предысторию, тоже очень интересная и будет полезно в первую очередь тем, кто опять-таки собирается продавать свой автомобиль, свое транспортное средство. Так вот, мой уже настоящий доверитель, он является военнослужащим, в 2016 году, в конце, по-моему, 2016 года продал свой автомобиль, соответственно, другому гражданину. А тот гражданин не переоформил на себя транспортное средство, попал в ДТП. Страховая компания по КАСКО выплатила потерпевшей стороне возмещение. Там в размере больше 200 тысяч рублей. А потом страховая компания спустя некоторое время обратилась в суд и в порядке суброгации взыскала солидарно с виновника ДТП и с моего доверителя, так как он по данным ГИБДД еще был владельцем транспортного средства, эту сумму денег. В итоге получилось так, что хоть взыскано и солидарно, но когда возбудили исполнительное производство, денег у второго товарища, виновника ДТП, как раз таки не оказалось, а у моего доверителя, так как он военнослужащий, в общем-то, деньги на счете были. И вот буквально их этим летом списали. Именно из-за этого вообще он, в принципе, узнал, что такое заочное решение было вынесено сколько там, почти 5 лет назад. И, в общем-то, обратился ко мне. Деньги у него были, и сейчас настоящий военнослужащий, он в звании майора, находится в зоне спецоперации. Я занимаюсь вот его, вот этим вот сейчас гражданским делом. Поэтому первый совет такой. Всегда убедитесь в том, что транспортное средство, которое вы продали, человек перерегистрировал и поставил на учет уже на себя. Это очень важно, потому что, ну, как правило, там то штрафы с камер прилетают, то налоги прилетают, и, в общем-то, а тут ситуация такая, что человек в ДТП попал, и уже бывший владелец транспортного средства остался без денег. Вот, возвращаясь к отмене заочного решения, немножко еще просвещу. То есть, чтобы отменить заочное решение, даже вот спустя столько времени после его вынесения, необходимы два основания, по которым это решение будет отменено. В общем-то, эти основания прописаны в 242 статье Гражданского процессуального кодекса, а вообще заочному решению посвящена целая глава за номером 22 ГПК РФ. Ну, кому интересно, ознакомьтесь. Но я думаю, в ходе всех видео, которые будут посвящены этой теме, мы с вами изучим эту главу, и не просто на бумаге, но и на практике. Так вот, два основания. Это, значит, первое основание – отсутствие должного уведомления ответчика. То есть, в нашей ситуации, на тот момент, когда возбуждалось это гражданское дело, и, соответственно, он уведомлялся в адрес своей регистрации,
Он на тот момент уже находился в совершенно другой воинской части, в совершенно другом городе. То есть мы делаем какой вывод, что должное уведомление о том, что возбуждено гражданское дело, а тем более о том, что назначена какая-то дата и время судебного заседания, у нас не имеется. Я ездил буквально вчера в архив суда, знакомился с материалами дела, на всякий случай убедился, что это именно так. И второй существенный момент, который идет в совокупности с первым. То есть, по большому счету, нельзя отменить заочное решение только из-за того, что вас должным образом не уведомили. Хотя такие моменты у меня бывали, но на это не рассчитываем. И второй момент — это то, что ответчик может предоставить в суд, сослаться на какие-то обстоятельства и предоставить доказательства, которые повлияют на решение суда. То есть, согласно вот этим доказательствам, решение суда может быть отменено, изменено и тому подобное. И такие доказательства в нашей конкретной ситуации, конечно же, имеются. У нас есть договор купли-продажи транспортного средства и, что немаловажно, акт приема-передачи этого самого транспортного средства от продавца к покупателю. Вот два основания, с которыми мы пойдем отменять заочное решение 2017 года. Однако, чтобы было сразу понимание, к чему приведет отмена заочного решения. Если заочное решение нам отменят и восстановят сроки, да, на его обжалование, в чем я в принципе пока не сомневаюсь, практика у меня такая и есть, то дело будет слушаться заново и по существу тем же судьей. Что самое интересное, заочное решение должен отменить тот же судья, который его и выносил. Однако, если вдруг по каким-то причинам судья начнет сопротивляться отмене заочного решения, а к тому, что я уже знаю, что это за судья, и я к этой судье попадаю довольно-таки часто. И самый первый раз я к ней попадал в 2010 году. То есть мы друг друга визуально, по крайней мере, знаем. И я знаю о том, как она ведет судебный процесс. Так вот, если вдруг заочное решение не будет отменено, соответственно, будет вынесено определение о том, что заочное решение не отменено, у нас появляется сразу же возможность, несмотря на то, что прошло столько времени и лет, подать апелляционную жалобу на это заочное решение. Такая практика у меня тоже была. И суд апелляционной инстанции уже может отменить заочное решение и слушать дело по правилам первой инстанции. То есть не судья уже не возвращается сейчас материалы на новое рассмотрение тому же суде с апелляцией, а сама апелляционная инстанция будет слушать дело по существу. Вот такие вот два момента, которые мы в принципе уже предусматриваем и ожидаем, и в общем-то планируем свои действия, исходя из наших вот таких вот знаний и ожиданий. Вот. Ну, а вы следите за развитием событий, как это будет все у нас происходить. Я это все буду освещать. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в моей группе в ВК. Там мне гораздо удобнее на них вам ответить. Ну, и, в общем-то, что ж, анонсирую новое, интересное, на мой взгляд, для всех дело. Кому видео было интересно, ставим лайк, подписываемся на канал, а мы уже увидимся в следующих роликах. Всем до встречи, пока!